Что со мной, ты уже пойдешь? Да, сегодня на тренировку. Он сегодня у нас балованный какой-то. Что делает? Он ищет этих. Дай, может, еще. Могу? Сейчас. Привет всем, друзья. Сейчас мы с Мистани возьмем такие вот вкусняшки для лошадей. Вот такие. Видите, покупаем. И Special Treats Raspberry. Очень вкусные. Они любят лошадки, чтоб Саня немножко. Давай, Саня. Иди, все, ну вот, друзья, теперь могу немножко погромче с вами поговорить. У Сани начинается тренировка. Еще раз здравствуйте всем. Мы приехали на тренировку очередную с Сани. Сегодня будут кататься вдвоем с Сани, это вот женщина. И все. Я ушла, не буду ей мешать. Сейчас я приду с вами. Всем привет еще раз, друзья. Короче говоря, я в конюшнях. Я попробую вам немножко показать, как тут все сегодня классненько. И потом пойду к себе во второй этаж. Как говорится, виповый такой зал там есть. Сейчас я покажу. Смотрите, сейчас я тоже возьму им вкусняшки, буду их кормить. С этими вкусняшками, пока у меня Сани тренировка идет хорошо. Вот, такие я набрала, делила. О, он у меня уже зовет. Сейчас. Вот где они, видите? Они меня уже ждут. Вот эти вот товарищи. Видите? Вот. Класс. Сейчас я поднимусь на второй этаж. Ну-ка. Первому тебе дам. Красавец прям. Ну, подожди, я сейчас в карманчик себе положу, чтобы было. Вау, ну как мне тут теперь быть? Я немножко в затруднении. Ну, давай, бери. Это поняшка Adidas. Такая вот. Сейчас еще пойдем. Вот так. Вот такая вот, видите, вот вещичка. Ну, давай. Привет. Это тебе. Видите, как они зовут меня, хотят. Ой, хороший. Молодец. Давай, бери. Вот так. Да, да, молодец. Еще, да? Еще хочешь? Сейчас еще я тебе дам. Ну, слушайте, не могу. Я прям в восторге. Молодец. Ну, еще попроси. Молодец. 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 Ай, какой ты молодец. Вот видите, как красиво. Давай тебе тоже. Ой, сори, извини. Извини, друг. Извини. Ну и как же без тебя же? Да, и тебе. Вот, бери. Бери, не бойся. Вот. Молодец. Ну вот, друзья, сейчас я поднимусь на второй этаж. Пойдем смотреть, как мисс Аня делает тренировку. Где мой ключик? Давайте я с вами вместе еще побуду.
Вот здесь ключик висит. Я возьму свой рюкзачок. Да? И мы пойдем тогда. Ну, вот так у нас происходят тренировки. Давайте идем. Если вам видно, куда я поднимаюсь. Очень комфортно, тепло, всегда пахнет все. Суперские конюшни. Я очень рада, что Саня сюда начала ходить. Вот такой вот у нас ключик. Сейчас я вам покажу все. Вот, смотрите, вот такой у нас ключик. Вот, мы делаем вот так. И дверца у нас открывается. Ну вот, а тут уже, видите, как красиво. Вип-залчик. Все, как всегда. Вот большие такие окна. Если видно, я, кстати, наверное, первый раз так уже показываю все. Вот. И прямо все-все видно, как идет тренировка. Вот моя девочка катается, если вам видно. Ну и вот я вам сейчас немножко ее посмотрю. Вот такая кухонька суперская. Тут можно готовить, компьютер. Все-все как дома прям. Кстати, тут вот прекрасная женщина, Кристина. Она владеет этими конюшнями. Она суперская наездница. Ну вот. Такой вот залчик тут для взрослых, а там есть такая вот детская, совсем такая суперская. Видите как? Ну и вот, и все-все-все-все видно прямо красиво. Вот так, если встать, если какие-то идут соревнования, супер все видно, очень даже видно. Так что вот так, друзья, у Ниссани. Давайте я вам покажу Ниссани. У нее последние тренировки, и вот уже совсем-совсем близко она начнет скакать уже как самая настоящая наездница. Так что я очень надеюсь, что у нее все дела пойдут лучше. Вот так вот. Вот тренер новая, вот эта вот блондиночка. А вот Ниссани. Сейчас разогреется она, и потом уже пойдет лучше у нее дела. Ну вот. Сейчас я пока тогда, пока немножко тогда сяду просто, наверное, я так думаю. И просто посижу и покажу, как все у Ниссани. Ну вот наши тренировки вот так идут. Сперва вот так все понемножку. Потом, конечно, начинается немножко... Знаете, тут всякие идут. Надо делать ножки, чтобы укреплять. Потому что у Сани с лета немножко она отвыкла. Ножки стали у нее немножко не так работать хорошо, как было раньше. Поэтому их надо укреплять. Есть всякие... всякие вещички, всякие хитрости, как тренеры работают. Давайте я хочу вам ее немножко поближе как-то показать. Вы видите, тут везде окна прямо, да, и все прям очень хорошо видно. Так что вот так вот, друзья. Мне очень нравится, очень нравится, очень нравится. Я очень прямо, знаете, я так рада, что вы не представляете. Ну, давайте тогда понемножку, тогда мы кончаем съемочку свою, да? Давайте я выйду еще, может, немножко покажу вам, как тут идут дела вот здесь. Вот, смотрите, если сверху показать, да? Вот, так вот. А тут они уже меня ждут. Видите как? Вот, вот. Прямо ждут меня, не дождутся. А у меня вкусняшек уже все нету, друзья. Ну, давайте. Не обижайтесь, что съемка такая сегодня, наверное, получится у нас не очень качественная. Но так уже я не очень хочу и, наверное, не очень хорошо тут снимать. Поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь и всем пока-пока-пока. Всем пока. Всем пока, друзья. Пока-пока. Супер.